Думаю, здесь будет очень весело. Ага, я тоже. Девочки, что же вы стоите? Скоро будет распределение по отрядам. Вы кого-то ждете? Да, нет, мы просто только приехали и вот. Ладно, спешите к вон тому синему домику. Там будет распределение. Я пойду. Ну, пошли. Ой. Эй, меня подожди. Итак, сейчас я назову имена тех, кто попадет в первый отряд. Естественно, это ваш домик, вы будете жить здесь. Здесь из вас здесь стоящих не все попадут в первый отряд. Итак, в первый отряд попали Азелина, Искричка, Кара и Миля. Выйдите, пожалуйста, сюда. Ну что ж, поздравляю вас. Вы попали в первый отряд. Заходите. И да, девочки, чемодан вам доставят потом. Хорошо. Так. Ну что ж, а мы пойдем дальше. Вау! Вот это класс! Ух ты, какие приятные здесь условия! Так, и куда мы тут приехали? Ничего так. Вполне даже уютно. Ладно, будем потихоньку осваиваться. Чур мы с Карой занимаем первую кровать. Ага. Да нам, в принципе, как-то все равно. Мы вторую, да, Зелина? Ага. Почему вы повторяетесь? Не знаю. Итак, девочки, здравствуйте. Я буду начальницей вашего отряда. Ну так. Меня зовут Сьюзи Шоумс. Будет приятно с вами работать. Прошу прощения.